на градуснике плюс 9, днем до плюс 20. Доброе утро, Полтава, хорошая погода. Наконец-то 16 мая, уютный день, но завтра до плюс 13, поэтому не расслабляемся. Особых дат на сегодня я не нашел. Ну, вот так коротко. Всем удачного дня. Сегодня у меня днем, надеюсь, состоится интересная съемка, результаты которой вы увидите. Ну, а текущие репортажи, как обычно, вы увидите. Всем пока-пока.